Так. Опа, всем привет. Присоединяемся. Заметили, что долго меня уже не было. Сколько? Наверное, с неделю. Всем привет. Так, присоединяемся. И я начну что-нибудь рассказывать. На самом деле не что-нибудь, а это такой маленький анонс того видео, которое выйдет завтра. Вы не замечали, что все мы... Неважно, набираем или худеем, парни или девушки, имеем определенную мотивацию или цель. И все время так происходит, что процентов 90 времени мы не удовлетворены, мы расстроены и мы огорчаемся. То нет аппетита, когда мы набираем, то наоборот, нам очень хочется есть, когда мы худеем. А мы вроде пытаемся набрать красивую массу, а у нас получается жирок. Мы вроде похудели на весах, а смотрим, все еще хуже, чем только начали худеть. И что же здесь первично? В чем мотивация? Как ее не потерять и что нужно делать? Так, видео с Мироновым нет. Видео не с Мироновым. Последняя фотка кайфовая. Так, собственно, я к чему? Я к тому, что нужно изменить отношение к самим тренировкам. Цель всегда – это очень важный момент. Но на пути к цели все начали терять удовольствие от самого процесса. Как получить удовольствие от тренировки? Очень зачастую люди, которые со мной консультируются, пишут: «Саша, вот после рабочего дня, 12-часового, как пойти в зал? Что делать? Почему ничего не выходит? И как себя собрать в кучу?» На самом деле просто нужно доехать до зала. А на тренировке нужно понимать, что не нужно выставлять какие-то неприемлемые цели, либо те цели, которые у вас сознательно или бессознательно напугали. То есть какой-то жесткий присед или какой-то огромный объем тренировки, потому что сразу появляется понимание, что вы этого не можете сделать, не хотите этого делать. Надо на тренировке делать то, что вам нравится. Делать ее более легкой, более приятной и гораздо более интересной. Так что так. Так, увеличил губы, что ли? Нет, я их не увеличивал. Это я просто немножко похудел. Побеждает лень? Да, лень побеждает гораздо чаще. Кстати, кто-то в прошлый раз кричал, надо вопросы массе позадавать. Нет, сегодня масса не готова. Масса не готова? Нет, как это не готова? Смотри. Нет, вообще, у меня день лени, поэтому не хочу ничего. Так, ну-ка покажем день лени. Так, у нас день лени. День лени, это там лишь. Так. Лень всегда побеждает, транс, куча разных таких вопросов. Сделаем кадр на массе. Не надо. Может быть, кто-нибудь расскажет, какое еще кино посмотреть. А то мы посмотрели уже 7 фильмов, и лень-то, в общем, побеждает. Потому что мы на выходные хотели усиленно тренироваться. Я-то на неделе потренировался, а Мася со своей работы не успел потренироваться. Так, почему не приехал на Формулу-1 в Баку? Потому что никто не пригласил и не оплатил проезд. Так, Мася красивая, привет из Брянска. Ой, привет, спасибо, Саша. Конечно, потому что 2 дня Лёшки, у меня нет лица. Так, вопрос по анаболическим стероидам, мы обычно это не консультируем. Так, что тебя мотивирует тренироваться? Что меня мотивирует тренироваться, завтра увидите на канале. И даже вы видите примерный вариант тренировки, точнее не примерный, а один из вариантов тренировки, что можно делать. Я же говорю, большинство людей так странно себя настраивают на тренировку, что подсознательно начинают ее бояться и просто не идут в зал. Ты натурал? Хороший вопрос. Показываю им Матю, они меня спрашивают, ты натурал? Давайте задайте вопрос, она натурал? Так, какие планы на неделю? Отдыхать хочется? Хочется в отпуск? Очень хочется, а он что-то у нас не очень срастается. А какие планы на неделю? Работать, как и всегда. Что-то ты постарел, отлично. Кто-то мне говорит, помолодел, кто-то постарел. Ракурс такой. Так, я спать хочу, когда заставляю себя. Мы все хотим спать, так или иначе. Как называется канал? Здравствуйте, Саша Шпак. Когда отпуск? Отпуск планируется в начале июля, но что-то он у нас несколько перенесся. Сколько раз в неделю тренируешься? Все время, которое в зале 5 дней в неделю, поэтому 5 дней в неделю я тренируюсь. А вот уже как, это другой вопрос. Так, лето, жара, ничего не хочется делать. Точно. Это самый классный ответ. Более того, многие кричат, что во время лета массу не набрать. Особенно это для мужчин имеет параграф такую остроту. Но нужно понять, что лучшие спортсмены тренируются как раз в жарком климате при жаркой погоде. И все у них хорошо получается. Как поживает Ирина? Она выживает шикарно, сидит напротив. И, может быть, кто-нибудь подскажет ей, какой фильм еще посмотреть. А то мы уже посмотрели по 25-му разу «Анджелина Солт», «Миссия невыполнима» и что-то еще. И на самом деле не знаю, что нам еще такого посмотреть. «Варкрафт» даже посмотрели. Кололя пептиды? Нет, пептиды у меня своя теория. И смотрите ее тоже на канале. Это я уже отвечал. Там достаточно короткое видео, но зато очень четкое. Пептиды еще достаточно не изучены, чтобы их можно было безболезненно колоть. Так, самый лучший день, Дориан Грей, посмотрите.
Так. Скажите, отдых между подходами сколько делать? В зависимости от цели. Люди X новые. Посмотрите, мы смотрели новые Люди X? Да. Да, смотрели. Кстати, мы в кино же смотрели, у меня даже в Инстаграме есть. Так. Я его не помню. Сколько жму от груди? Немножко жму, 150 жму. Зачем вы краситесь? Я не крашусь, это татуировка, и то она уже выводится, потому что будет другая, более агрессивная. Заклятие 2, посмотрите. Они такие ужасы. Пусть лучше расскажет, где кашу на Петроградке поесть по утрам. Нет стимула пойти в зал, как себя заставить. А, Вестиму вам расскажет. Так, ага. Вот вам завтра будет все видно на канале, там все будет интересно. Так, кокаин с Деппом. Это в смысле предложения от Джонни Деппа или в смысле это фильм такой? Так, здравствуйте, мистер Силикон. Иллюзия обмана. Шикарный фильм. Посмотрели первую и вторую. Это да. Ограбление. Первая лучше. Ограбление по-итальянски. Да, можно посмотреть. Игра престолов. Это прикольный, вроде как все говорят, сериал, но мы не готовы на сериал, потому что иначе мы начнем к нему привыкать. А времени на это нету. На гребне волны мотивирующий фильм. Да. Старый или новый фильм, кстати? Старый. Старый, так. Спрашивают письку. У меня тоже в татушке. Если это спрашивает парень, меня это вообще пугает, когда парни задают такие вопросы. Так, сколько повторений нужно на икры? Кстати, тоже классный вопрос. Многие считают, что икры генетически слабая мышца. Вранье. Вы в балете ни одного человека не видели, у которого икры генетически слабые. Вы думаете, туда приходят только генетически сильные? Нет. Отсюда и ответ. Икра – это самая выносливая мышца, которая есть. Да, кому-то хватает нескольких повторений, но на самом деле она качается только на огромной много повторки, за исключением тех, у кого действительно она генетически одаренная. Поэтому не бойтесь делать 100, 150, 200 и даже больше повторений за раз. Собственно, вот так вот. Славный парень из Скорсезе. Посмотрите. Крашу ли волосы? Нет, не крашу. Покажи девушку. Здравствуйте. Моя тетя. Какую девушку вам показать? Это супруга. Привет. От какой фирмы лучше брать спортпит? Я весь свой спортпит забираю своих теперешних спонсоров, хотя мы знакомы с ними уже почти десятилетия. Это Food Direct Asia. И более того, если вы называете код SHPAK16, получаете у них 5% скидку. Собственно, вот так вот. А у них и БЦАшки, и протеинчики, и много всего-всего интересного. Мои любимые шоколадки тоже там. Так, ты ведь сидел? Нет, я не сидел. Почему-то накрашенный, потому... Про демотай, что скажете? Это старый добрый протеин, очень простенький, раньше он был очень недорогой, когда доллар у нас был иначе, я его тоже пью. Ну так, на объеме, в общем, вполне ничего. Так, как там Миша Кокляев? Миша Кокляев, как всегда, лучше всех, мы созваниваемся, недавно общались. Вот, у Миши, как всегда, целая куча планов, целая куча работы. Так, Саня, привет. Дэдпул посмотрели? Мы Дэдпул начали смотреть, и что-то мы не посмотрели. Не смогли. Не смогли, да. Что-то жаргончик, который там летит, меня обескураживает. Мы не смогли в таком стиле смотреть кино, как-то вот так. Какой объем бицепса? 47. Кто-то по образованию финансовый менеджер. Талик, Олимп или Optimum Nutrition? Не знаю. Зубы не режешь, щеки? Очень хорошо себя чувствуют мои зубки. Так. Безумный Макс смотрели последний? Безумный Макс, да, со второго раза смогли посмотреть, с первого не смогли посмотреть. Так, как замутить бабла? Никак. Начать работать и сделать так, чтобы ваши идеи заставляли работать других, тогда бабла будет больше. А если будете работать только сами, тогда придется зарабатывать тяжким трудом, хотя это тоже не самый худший вариант. Так, как можно похудеть в талии? Вроде очень худенько, а талия большая. На это тоже уже говорили. Использование корсета на постоянной основе, месяца так на 1,5-2, на 23 часа в сутки. Он изменит вашу жизнь, и будете худенькой и красивенькой. Надо только корсет правильно подобрать, чтобы не навредить. Кажется, ты все расскажешь, что была за история с ментами. Кстати, у дяди Сережи, у Сергея Миронова, смотрите, скоро должно быть видео, там коротко и об этом мы тоже говорим. Так, что скажешь о принципах тренировки Майка Рашида? Я не знаю такого. Где работаете? На Петроградке. Можно в инсте написать по поводу витаминов? Без разницы, ни в инсте, ни в этом, ни в ВК консультации по этому поводу нету. Иначе я уже был бы миллионером, да? Так, это очень красиво. Абдоминальная область у мужчин – это пипец тяжело. Все можно изменить. Так, как относишься к синтолу? Синтол используется, ребята, уже с тех времен, когда он был изобретен. Всеми, практически без исключения. Поэтому, когда сейчас вы начинаете обострять ту тему, которую кто-то поднял, ну, она смотрится неправдоподобно. Понятно, что все, кто выступает на Олимпе, так или иначе меняют свои параметры только благодаря этому. Так, сколько стоит ваши БЦА? Надо запомнить, что это не мои БЦА, а еще одних моих партнеров. Почему? Поэтому они занимаются тем, что они возят из Китая и сейчас работают на розницу. Вот,
Поэтому сколько там стоит, надо посмотреть. По-моему, что-то в районе 1200 за полкилограмма. Так, принимал ли я мельдоний? Мельдоний существует дольше, чем существую я. Посему, поэтому тоже не надо ждать от этого какого-то огромного секрета. Вы так редко выходите, что я жду ваших перископов, вы супер с массой. Спасибо. Мы нередко выходим, у нас, допустим, вот сейчас в Юнтово, слышите, кто-то начинает ремонт делать. А на протяжении 4 дней у нас просто отрубался здесь электричество и не было вообще даже интернета. Так что как жить, я не знаю, очень тяжело. Так, пробовали асинтовый? Я не пробовал. Как думаешь, кто возьмет Олимпию? Я не знаю, я вообще бодибилдингом не интересуюсь уже почти десятилетия, только старый. Как относится к штанге? Шикарно я отношусь. Так, ты он, она или оно? А вы как думаете? Тарзан. Что Тарзан? Кстати, Тарзан — это фильм, он уже вышел или нет? Короче, нам все советуют кокаин с Джонни Деппом посмотреть, Мася. Да. Чем занимается твоя жена, кем она работает? Директором она работает. Директором. Как с тяжелой атлетикой, Саня? Как с тяжелой атлетикой? На самом деле практически никак, потому что элементы тяжелой атлетики в виде рывка я в своей тренировке включил легкими весами в районе 50 кг, даже не в районе, а 50 ровно. Вот. А больше не стал никуда подключать, потому что в толчке у меня сразу начинает вылетать мой грудной отдел. Где Миша Коклеев? Да, я не знаю, где Миша. Какое образование у меня? Высшее. Так, «Боги Египта» смотрели? Смотрели, кстати, можно пересмотреть. Нет? «Боги Египта». А, да. Можно посмотреть еще разок. Так, как питаться с набором массы и сжиганием жира? Это достаточно трудно, и это больше похоже не на вопрос, а на консультацию. Так, как же некрасиво заходить в чужой перископ и говорить, как и про человека. Да ладно, вы знаете, какое количество людей подписывается на других людей, а только ради этого. Более того, некоторые даже для этого существуют. У них есть название – хейтеры. Вот, так. Передавать привет индивидуально я не передаю, иначе у нас получится такая... Перископ, передай привет. Ты же сидел в тюрьме. Ребята, когда вы говорите что-либо, даже закрываясь никами и находясь в интернете, надо понимать, что слова, которые вы говорите, не можете обосновать, позорят вас самих же. Вы уверены, что я сидел в тюрьме? Тогда давайте скажите, где, как и почему. Если нет, тогда очень не стоит говорить то, чего вы не знаете. Собственно, вот так. Хочу такие же зубы. И что вам мешает? Многие хотят, и можно сделать. Зубки, пожалуйста. Вот такие зубки. Так, посмотрите, Бруно. Бойся Емельяненко, не смотрели, мы телек не смотрим вообще, мы только для видео используем. Так, куда планируешь ехать этим летом? Уже никуда. Планировал ехать в Доминикану, но что там у нас финансы, романсы не срослись. Таинственный лес фильм. По-моему, я смотрел. А, я тоже смотрела. Да, это интересный. К концу. Как отношусь к политике? Отношусь шикарно, особенно если политика моя. Если политика не моя, то не отношусь никак. Какой нам жанр нравится? Нам нравятся комедии и боевички. Как отношусь к Левитону? Как я? Не знаю. Никак не отношусь. Амстердам, там было круто. Амстердам, там было скучно первые дня три. А потом, когда мы, собственно, уже поняли, что мы к Амстердаму относились тоже иначе, нам стало достаточно интересно, потому что с точки зрения исторической красоты город безумно красивый и интересный. Да, с Доминиканы вышел облом. Очень классные зубки. Как с ними кушать? Удобно? Шикарно. «Хижина в лесу» посмотрите, это смешной ужастик. Смешной ужастик — это... А, ну ты мне показывал какой-то смешной ужастик уже, да? Так, кто ты? Женат? О, хорошо, хоть девушка пишет вопрос «женат». А только парни пишут «женат», меня начинает пугать, и сам начинаю становиться на сторону хейтеров. Так, что думаешь о «Тайских каникулах 3»? А чего, они будут? Я не знаю, Дмитрий Коков, он у нас как решит, так и будет, а кто там будет, опять же, от него все зависит. Так, у тебя есть человек, на которого ты равняешься, знаменитость какая-нибудь? Нет, давно нету, а в детстве, конечно, были. Мы все смотрели Арнольда Шварценеггера, Дольфа Лундгрена, Ван Дамма. Но это было так давно, что еще давнее, чем это было. А после этого уже, наверное, нет. Так, ты в топе страшных людей. По крайней мере, я в топе. Так, какую музыку слушаете? Ту, которую Мася ставит. Так, делали эту операцию, когда-то делал. Так, показать бисепс — это к Сережке Миронову, он вам покажет бисепс за себя и даже за меня. Вы курсите, Александр? Так, секс как, анаболические стероиды — это все личное дело каждого человека, поэтому зачем это обсуждать? Что у тебя с губами и зубами? А что у меня с губами и зубами? Что-то с ними есть. Ты на какую-то звезду похож, отвечаю. Да. На кого? А, это же мой волосок. Как относишься к атеистам?
Да никак я не отношусь. Все люди имеют свое право и свою точку зрения верить, либо не верить во что-либо, потому что не верить – это тоже вера. Так что так, возможно ли девушке убрать растяжки, если да, то как? Отвечал уже по этому вопросу, огромные растяжки можно иссекать, маленькие растяжки можно шлифовать. А покрыть татушкой тогда тоже не будет видно, ну а понять вообще объем этих растяжек – это, собственно, так. Так, принимаете ли вы витамины летом? На самом деле, честно говоря, не принимаю витамины по причине того, что есть целая куча всего. Напротив меня вон дыни, клубника, малина, арбузы. Мы с Масей закупили продуктов на 3 дня, фруктов, чтобы разгрузиться, а сожрали их в первые же сутки. Сейчас, соответственно, вот и будем из дома выходить, чтобы что-то искать. Так, тебя же на перце показывали. Да, меня на перце показывали, ладно, прикольно. Так, Саша больше похож на акулу из русалочки. Хи-хи. Жалко, что я не похож на русалочку. Из акулы. Так, показать жену. Жена напротив. Покажу попозже. Как погода в Питере? Как погода в Питере? Вы не поверите, но мы еще не выходили. Сейчас посмотрим, как у нас погода в Питере. А у нас там даже это... Что думаешь насчет того, что без силы нет и массы? Ну, смотря с чем вы занимаетесь, но я на самом деле считаю, что лучше, чтобы это было гармонично, потому что я тоже не очень хорошо отношусь, когда человек вроде весь красиво сделанный, что уже неплохо, но при этом у него нет никаких показателей, либо они слишком занижены для такой массы. Но это, опять же, только моя точка зрения. Где жена? Мася напротив. Санек вообще умственно подкован и ведет перископ именно для людей, а не то, что остальные. Ну, как, я стараюсь задать какую-нибудь тему разговора, чтобы вы ее задавали. На самом деле, все равно так много подключается новых людей. За последние что-то полтора месяца больше, по-моему, 5000 человек, что приходится отвечать на один и те же вопросы. Я уже видео снимаю там, почему накрашены глаза, почему накрашены ногти, педик ли ты. Я уже видео снимаю, блин, все равно не хватает, а? Так, покажи жену, плиз. Ой. Ой. Я стесняюсь. Показываю, видите? Я стесняюсь. Он у тебя красивый, тебе говорят. Так, почему решетки на окнах изнутри? Почему решетки на окнах изнутри? Чтобы мы никого не напугали, и вот, мало ли, в кого я ночью превращаюсь. Он меня уже мастер зовет кушать вкусняшки. Так, что это? Сколько у вас комнат? У нас 2. Тоже на актрису похоже. Да, она еще та актрисуля. Да. Говорит, мы только, говорит, на фруктах будем сегодня сидеть. И уже стоит печеньку лопает. Я говорю, что это? Она говорит, где? У нас сегодня выходной день. Выходной день. Так. О, они опять сравнивают тебя с Рондой. Но Мася от Ронды уже отличается килограммов на 30. Я же говорю, что когда я опухаю, я всегда на Ронду очень. Можно ли бегать во время кача? Нужно. Сколько в Питере черешня стоит? Не знаю. Крымская что-то, по-моему, 490 рублей стоит. Как меня отпустили, меня не сажали. Буду ли я заниматься сексом с женой? Это не ваше дело. Так, Ронда Роузи. Да, Ронда Роузи. Приехал ко мне из Бразилии. Лично. Подучил русский язык. И меня аж прямо это завело. Может, закончить перископ, пойти заниматься тем, чем нам предложили тут уже? Так. Она американка? Нет, она не американка. Она у нас... инопланетянка. Так, присед количество повторений или большой вес? В любом случае, количество повторений, если вес у вас растет, значит растет. Но девушке делать меньше там, 10-12 повторений вообще, я не считаю особо нужным, если только не ставить какая-то четкая программа там, по пауэрлифтингу или тяжелой атлетике. Собственно, вот так вот. Как сбросить вес? Смотрите тоже на канале, ребят, все видео на YouTube есть. Там уже под 200, по-моему, скоро будет видео обо всем. Собственно, так вот. Все, мальчики, девочки, мы на самом деле вышли, потому что мы не выходили в перископ почти неделю. Да. Сейчас поедем с моей Масенькой, съедим что-нибудь вкусное и, собственно, покатаемся по городу. А то мы залежались, мы с дома не выходили ровно сутки. Вот. А за советы по поводу, какие фильмы посмотреть, вам огромное спасибо. Вы тренируете? Да, тренирую в Санкт-Петербурге, улица Дивинская, дом 4. И консультирую тоже. Кому нужно, обращайтесь к Евгению Хайтовичу. Собственно, вот так вот. Всем пока, спасибо и до новых встреч. Пока. Так, трансляция.